Хочу сборку попробовать изменить. Чуть-чуть сборку надо поменять. Лишнего, мне кажется, я нахерачил. И вот эти вот неправильно я рога поставил. Тесакеть. Может быть, надо было бампер. Где он бампер? Так, ладно. Вот так вот. Вот теперь. Бампер я смогу поставить, только надо развернуть его вот так, да. И еще хотел попробовать вот этот тесак. Блин, нифига. Они типа так и должны ставиться. А если вот так их поставить? Сюда. И второй. Так, тот как установлен? Блин, неправильно, чуть-чуть надо было развернуть его. Вот так. Да ладно. Может быть, вот эту вот хрень убрать так? Так. Все, отлично. Вот так, вот такая вот тачка будет теперь. Тут хочу попробовать. В бой, ребята, в бой. Ага, нейтральная территория. Блин, мы несем потери, если честно. У нас потери
Уезжает, смотри. Бежит. Так. Ой, вдвоем остались. Я один остался, все понятно. Нам капец. Ну, в смысле, не нам. Надо еще раз попробовать. Бой. О, что-то детальки какие-то дали. Блин, гром. Я думал на улице, короче. Так, парни, или это реально на улице? И выкинуть их отсюда, к чертовой матери. А, нет, здесь в игре. Я показался на улице. Сейчас будем обходить их. Черт, да их тут целая куча. Бегаем отсюда. Ё-моё, все, мне капец, охренеть. Вот. Так, копаем еще одну яму. Ну, R нажми. Сирена, враги на базе. Блин, я вот херею, вот чувак. Походу проиграли. Все валим на базу! Ну все, да. Ладно, в гараж. Прикольно, танки всякие, блин, круто, круто. Понятно. Так. Собери чертеж, рабочая лошадка. В этот цвет можно покрасить почти любую деталь. Покрасить надо, ага, давай. Так. Да, все подряд, как тут. Thank you.
Ну, уже посолиднее выглядит. Так. Я вот не понял, собери чертеж рабочая лошадка. А. Вот она. Прикольно, блин. Но она только прямо стреляет. А, это пушка вот эта большая стреляет прямо. Все понятно. Так, собрать. Так, типа у меня теперь... Три тачки. Так, сборка. О, еще что-то можно доставить даже. Еще один, мне кажется, пулемет можно поставить. 240 очков, да? А, пресс, а это что такое? P54M. Ага. Энергия, то есть на максимум. По весу можно, короче, добавить. То есть поставить защит какой-нибудь. Так. Нифига не поставится. В принципе, его можно развернуть вот так. И прям так, хоп. Потом. Нет, хрень не буду ставить. Пушку надо защитить. Большую. То есть она стреляет только вперед. Не варик. То есть она вперед, бока можно защитить. Не так. Сейчас так и сделаю. Деталей, конечно, деталей не очень-то и много.
фары можно поставить. Так, фары все. О, спереди, спереди нельзя, блин, да почему нельзя-то? Во, 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 во. Сюда тесак. Понял. Теперь. Так, так. Вот он пулемет. Сюда пулемет. Тесак вот сюда. Нет, только надо было развернуть его. Во, все. Так, что еще? Число деталей 34, 44 можно поставить, вообще охереть. Так. Так, так, так. Борт. Эти я уберу, поставлю защитные борты. Вот. Сюда. Сюда. Так. Так. О. Поскольку она не шевелится, это пушка. А точно ли она не шевелится? Чисто только вперед стреляет. Так, вот здесь сзади защита. Чё ты, костыль левый. Так, 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 так. Ага. Давайте уберем уголки. Сюда. И сюда. Так, вот это вот надо было развернуть. Во. Теперь можно вот эти вот уголочки, которые я снял, поставить. Просто бронированная вся тачка получается. Так, крышу. Так, а что, не получится реально? Так вот. Ага, я кривовато вот эту поставил, понял. Так, сейчас переставим.
Так, так, отмена. Так, стоп, стоп, стоп. Это поменять. Так. Блин, я бы, конечно, вот этот пулеметик бы защитил бы чем-нибудь таким. Нельзя ничего никуда. Нет. Нет. Не канает, что-то мне не нравится. Да блин, деталей-то еще не особо много. Сейчас фонари поставим. Блин. О. Я так практически тачку сам это холодок. О, офигеть, вот эту штуку и надо бы поставить. А ладно, рели нельзя, блин, я бы поставил. Ладно, и так нормас. Чё, можно попробовать? Бой. Используя пушки, да? Пулемет, обрез, дробовик. Так. Это же пушка стоит, да? Да, вот с нее надо. Что там за задание? Уничтожить или помоги уничтожить 5 врагов в миссиях, используя пушки. Погнали. Опять. Задание с фурой. У нас четверо будет, один подключается еще. Отбейте, угоните фуру рейдеров. Вижу врага. Противнику
Что-то ребят по сокращенке поехали. Воу, ракета прям рядом пролетела, обалдеть. Ах ты гребаный это, индюк. Все, патроны кончились, да ладно. Так, вон патроны есть. Надо патроны взять. Эх, тут мины стоят. Я думал, что это такое? Оп, патрончики взяли. Блин, вообще мажу. Да ё-моё. Патроны. Собраны грузов. Ага, понял, собрать грузы. Так, вон там еще собрать.
Ага, здесь не проехать, понятно. Ну эта тачка как тяжелая техника уже идет, бля. Проводите в фуру. Сейчас едем к фуре обратно. Тихонечку едем. Ага, вон впереди. Эх ты, зараза. Ну ты даешь! Как его? Порвал вражину! Вот и снайпер! Зараза, он там стоит.